Вечер 10 октября для одной из бобруйских семей чуть не обернулся трагедией. Около половины седьмого на перекрестке улицы Ленина и проспекта Георгиевского, прямо на въезде на мост, 9-летний мальчик, переходя дорогу на красный свет светофора, попал под колеса Мазды, за рулем которой находилась 30-летняя местная жительница. В результате ДТП ребенка были причинены телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован в реанимационное отделение. По факту ДТП проводится проверка. И это не первый случай на этой неделе. В похожую ситуацию попала 8-летняя девочка, только уже без светофора, но во дворе собственного дома. Не секрет, с увеличением продолжительности темного времени суток в осенне-зимний период значительно осложняется движение транспорта. Резко увеличивается количество наездов на пешеходов. Именно вечером происходит в среднем до 50% общего числа аварий. По 17 октября ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь». Она в первую очередь направлена на профилактику и предупреждение ДТП и популяризацию использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости. Помните, с фликером в темноте вас видно за 150 метров, а это достаточно для водителя, чтобы успеть сориентироваться. К слову, с начала этого года по вине пешеходов произошло 52 ДТП, 112 наездов на обозначенных пешеходных переходах, при этом 113 человек пострадали, четверо погибли. Кристина Риенц, Константин Шевцов, Андрей Богдан, Бобруйск 360.